шли светлые, славой увенчанные дни победной весны. В глухой деревеньке русская женщина сына ждала с войны. Святая молитва ее материнская была с ним на передовой. Вот пала последняя крепость берлинская. Сын мой вернется домой. Но лето проходит, хлеба уж созрели, вернулись и зять, и сосед. А время летит за недели-недели. Нет сына, и писем нет. Однажды под вечер в окно постучали. Конверт почтальон передал. Слова будто камнем по сердцу упали. Без вести сын ваш пропал. Скажи, почтальон, что слова эти значат? Ведь ты же и сам воевал. Ни жив, ни погиб, как быть может иначе, чтобы человек пропал. Он в плен мог попасть в окружение. Жестокие шли бои. А может быть, ранены после сражения, его не нашли свои. Ты жди его, мать, это ж не похоронка. Надейся, что он живой. Да Богу молись, добавил негромко. Вернется Иван домой. Что дальше? В колхозе, как все трудилось, в поле за трудодни. Зимой холода, и печка топилась. Короткие, хмурые дни. И каждый вечер перед иконами клонилась седой головой, о здравии сына все клала поклон, не смела за упокой. Вот так и жила, с печалью повенчана, в глухом уголке страны. Всю долгую жизнь эта русская женщина сына ждала с войны.